Мы ее пригласили на день города, она должна там, если погода будет. А как ее зовут? Камила. Помните этикет Корбова Камила? Ну, здорово нарисовывается. Да. Карандаш у нее. Ну, здесь не все ее работы. Ну что ж, Камила, нормально. Вот ее дочка наверху, а это ее супруг. Эти все работы у нее вообще куплены, она только на заказ пишет. А, уже купил кто-то, да? Да, принесли. Только на выставку принесли. На муж такой молодой? Ну, она сама 24 года молодая. Ну, это как мальчик. Да. Да. Ну что ж, Камила войдет у нас. Будет на канале. Очень здорово. Она бавлинка, да? Да, все бавлинцы здесь. Все. Они родились в Баблах, но живут кто где. Ну, в Баблах не остаются. Да. Здесь вот Морозова Гульнара тоже работает. Она школе искусств работает у нас. В суде? В школе искусств преподавателем. Сейчас мы покажем ее. Морозова Гульнара. Фамилия русская, а имя замужем. Да. За русским? За Морозовым? За Морозовым получается. Да. Это кто такая девочка? Васика. Васика Валсу. Тоже смесь. Вот, да. Она с Консвешкина вроде. С Бавлинского района. Она, да, родом из Бавлинского. Она здесь в садике Виктория работает. Заканчивала Лениногорское училище. Ну, в Лениногорске такое училище, там много знатных. Ну вот, ну многие, кто закончили Лениногорское. Матрешки расписывает у нас. Она в Рустамаке живет. Какая-то бесчестная. Бесчастная Юлия. Юлия бесчастная. Видео что ли делаете? Видео у меня постоянно включено. Я же не был на открытии. Вот решил зайти, посмотреть. Конечно. Ты здесь на ткани написано «Батик Техника». Здесь, по-моему, было бисером что-то открытие, я помню, снимал. А, это в марте у нас традиционная выставка, да, 8 марта. Женщины приходили, тут делились, вот там такие тоже замечательные. У меня есть запись. А вот тоже здорово. Авария, да. Она у нас принесла после открытия. Она увидела, что тоже в Лениногорском училище в данный момент обучается на 4-м курсе. Ну что, закончим, друзья. Спасибо большое вам.